Имя, заработанное годами упорного труда, не сбывается долго. И тут абсолютно неважно, куда вас в дальнейшем забросит судьба. Если есть имя, и если есть амбиции, и есть желание работать, то куда бы вы ни уехали, куда бы вас ни отправил арендный дебилизм Магнитогорска, ту дельту, которую с вас захочет взять алчный хозяин помещения, лучше направить на грамотную раскрутку новой точки. Сделать это сейчас, расплюнуть. Да, Автолайф переехал. И что очевидно, это пошло только на пользу. И давайте внимательно всмотримся в цены и типа размер распродаваемой авторезины. Я специально помолчу и приглушу музыку. А вы подвиньтесь поближе и присмотритесь к цене и запомните ее внимательно. Боюсь, что таких цен вы больше никогда не увидите. Если у меня эмоции бьют через край, то руководитель и хозяин Автолайфа держится спокойно и уверенно. Что естественно, с таким опытом и умением работать, с такими доступными ценами, с таким ассортиментом, можно за будущее не беспокоиться. И тут понимаешь, что успех грамотного бизнеса можно строить на широком ассортименте и торговле непонятно чем, с непонятной накруткой, по принципу. А ничего, People's хавает. Ну, хавать наш People будет до поры до времени. Либо необходимо брать большими объемами качественного товара по доступной цене, как в Китае. Мне лично последний принцип без непонятно где скрытого обмана ближе. Кстати, о близости сервиса. Это я о бесплатной замене масла. Это тут же, через дорогу и буквально в 100 метрах. И теперь совет от меня лично. Я лично владею только иномарками. Я лично 65% запчастей из необходимых мне чаще покупал, чем заказывал здесь же. И ведь верно замечено, опыт не пропить, не купить невозможно. А опыт Автолайфа, умение работать с поставщиками и заказчиками из года в год позволяет держать большой ассортимент запчастей в наличии, низкие цены на масла, British Petroleum и Castrol. И, к сожалению, скоро заканчивающиеся смешные цены на авторезину.